Да, я долго думал, как начать этот ролик, и все-таки, да, я сделал мувик, да, я молодец, да. Итак, давайте начнем с самого важного, с коврика для компьютерной мыши. Это игровой коврик Afotec Bloody B071. Он сделан из резины, покрытым принтом в геймерском и агрессивном дизайне. Также он прошит по краям, что прибавляет ему износостойкости. Почему я купил именно этот коврик? Потому что он понравился мне своим дизайном, и он не елозит по столу. Как вы могли заметить, я приклеил края этого коврика к столу скотчем. Почему я так сделал? Каждый раз, когда я садился за комп, мне приходилось заново настраивать его положение. И это очень сильно влияло на игру в осу. Да, раньше я играл на мышке. Кстати, о мышке. Компьютерная мышь Afotec Bloody T5/T50 Winner. Ох, и напридумывает же названий. Итак, почему же я купил именно эту мышь? Характеристики топ, подсветка топ, размеры топ, дизайн топ. Все, бегите покупать. Единственное, что мне не понравилось, так это отверстие с левой и с правой стороны. Со временем там будет накапливаться грязь, и в итоге ее придется оттуда убирать. Что же я сделал с проводом от этой мышки? Я его тоже приклеил скотчем к столу. Это было необходимо, так как провод свисал, и вышло вот это. Да. Итак, клавиатура. Afotec Bloody B328. Эта клавиатура имеет три режима подсветки. Статичный, без подсветки и мигающий. Это режим для ожидания такой. Также здесь присутствует три различных цвета. Зеленый, синий и бирюзовый. Ну и три уровня яркости. Основа клавиатуры – мембранные клавиши. Отдельные 8 клавиш являются механическими с типом под названием LK Light Strike. Они выделены отдельным синим цветом и сделаны из резины. Также клавиатура имеет защиту от воды. И если вода попадет на эту клавиатуру, то она просто вытечет через вот эти отверстия. Ну и как человек, который часто смотрит обзоры по подобным девайсам, я просто не мог не дать вам послушать эту клавиатуру. Если бы не эта палочка, то обзора и вовсе не было бы. Микрофон Plantronics Audio 300. Да, 300. Несмотря на свою цену, этот микрофон очень даже хорош. При должной настройке он выдает кристально чистый звук, без шумов и тому подобным. Также этот микрофон оснащен переключателем, который выключает подачу звука. Ну и в принципе все. Наушники Sennheiser HD429, но это не точно, ибо модель я не помню, а в интернете эта модель очень похожа на мою. Наушники сами по себе хороши, отличное качество звука, удобно сидят на голове и не спадают. Также для этих наушников есть возможность полностью заменить провод даже для других разъемов, например, для синтезатора. Чтобы показывать свою игру на стримах, я использую веб-камеру DeXP V357. Честно говоря, камера неплохая и при правильных настройках будет работать очень даже, ну, сойдет. Итак, графический планшет Wacom One Small. Честно говоря, я покупал его для игры в осу и думал, что он будет слишком мал для этого, ведь в названии написано Small. Однако, по размерам все вышло идеально. Планшет не слишком большой и не слишком маленький. Конкретно для игры в осу он подходит идеально. Для рисования не знаю, я же не художник. Со временем поверхность планшета будет стираться. Также будут стираться и наконечники для пера. Но за все время его эксплуатации я поменял всего 3 наконечника. И то потому, что захотел просто обновить. Ну, а так их можно вообще не менять. Ну и в конце ролика я хотел бы сказать, на каком железе я сижу. Четырехъядерный процессор Intel Core i5 с 4 гигабайтами оперативки, 64-разрядная операционная система, блок питания на 400 Вт и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 650. Вот и подошел к концу этот обзор. Думаю, что кому-нибудь да и хотелось бы посмотреть на мой рабочий стол и на мои девайсы. Ну а если тебе понравился этот ролик, то поставь Лукас. А если не понравился, то поставь Лукас. И всем удачи, всем пока. 3, 2, 1, go!